Вот 5 августа 2011 года ставлю эксперимент. Это мой 14-й ребенок, мой 8-й сын Алексей Карл Владимирович. Ему 7 лет только исполнилось, пойдет в школу 1 сентября. Я ему даю, как называется-то тебе? Как здорово. Как здорово, вот сразу. Он смотрит на это как здорово, да? И должен и петь, и играть. Ну, начнем сразу с листа играй. Как ты играешь? Сейчас на чем? На синтезаторе сыграешь? Ну, давай, сыграй. Ты уже, значит, это поиграл без меня. Я только собирался тебе хотел дать, а ты уже тут что-то разучил, хитренький, да? Не с листа играешь, а я же хотел с листа. А ты уже узнал, что я хочу тебя снимать, и ты уже это разучил, да? Да. Слова-то там, какие песни-то ты в курсе, да? Угу. Слова-то не выучил, нет еще? Пока нет. Пока нет? Ну ладно, сейчас вот давай, сейчас камера у меня, аккумулятор садится, сейчас я подзаряжу. И сейчас ты сыграешь то же самое, только как на, без синтезатора на фортепиано. Договорились? Давай.